два, раз. Песня по заказу ребят с нашего дома. Как тебя зовут? Юра. Юры. Юра. Юрочка первый, он молодец. Подбежал, сказал: дядя Гриша, у нас есть текст, мы бы очень хотели, чтобы ты написал музыку. И вот я написал музыку, песню, да. «Как лечили бегемота» – стихи Матвеева. Лечили бегемота два опытных врача, они к себе на помощь позвали скрипача. Они к себе на помощь, они к себе на помощь, они к себе на помощь позвали скрипача. Бессильные таблетки, микстура не нужна. Конечно, только музыка, конечно, только музыка помочь ему должна. Конечно, только музыка, конечно, только музыка помочь ему должна. Ла-л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 а
он стал водить смычком, и тысячами звуков наполнил водоем, и тысячами звуков, и тысячами звуков, и тысячами звуков наполнил водоем. Бессильные таблетки, микстура не нужна, конечно, только музыка, конечно, только музыка помочь ему должна. Конечно, только музыка, конечно, только музыка помочь ему должна. Ла-л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 а
а вдруг не повезет. Ужасно толстолобый попался бегемот. Ужасно толстолобый, ужасно толстолобый, ужасно толстолобый попался бегемот. Бессильные таблетки микстура не нужна. Конечно, только музыка, конечно, только музыка помочь ему должна. Конечно, только музыка, конечно, только музыка помочь ему должна. Скрипач уж тяжко дышит, отчаяться готов. И вдруг он ясно слышит: спасибо, я здоров. И вдруг он ясно слышит, и вдруг он ясно слышит, и вдруг он ясно слышит: спасибо, я здоров.